у кого беру интервью? Вот, я у кого беру интервью? Теперь ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если вы приехали в эту, в Украину, и мы сидим все вместе за столом. Вы приехали к кому? В Украину. К кому вы приехали? К себе. Как к себе? Я не понял. К себе? К себе. Не понял юмора. А куда к себе? В квартиру. А где квартира-то? В Одессе. В Одессе? А сейчас вы где? В своей квартире? Нет, мы сейчас в съемной квартире. Скромная. Вот это скромная квартира, да? Съемная. Вот это съемная квартира, да, сейчас? Ну, я спрашиваю, квартира сейчас, вот я спрашиваю, где мы сейчас, вот в данный момент? А в данный момент мы находимся... Вот это пляж называется. Мы находимся в данный момент в ресторане Метрополис. Метрополис? А где он находится вообще, где он? В городе Черноморск. В городе Черноморске? А вообще где находится? Нет, в городе Черноморск. А Черноморск? С кем? Черноморск. Не склоняется. Не склоняется. Вот, если я... Ой, спасибо большое. Это Глини, это Пыва. Если город... Это мне. Это Таня. А что же мне? Так. Как всегда. Так, извините, продолжение экскурсии нашей. Ну, водичку хоть дадите хотя бы. Вот. Сонечка, этот Метрополис. В городе Черноморск. Где он находится, этот Метрополис? Метрополис. В городе где? Черноморск. Я понял, но в каком месте? У моря. У какого моря? У Черного моря. У Черного моря. Так мы на берегу или на... Слушай, а кондиционер работает здесь, в этом ресторане? Нет. Как? Ну здесь жарко, правда? Да, здесь нормально. А чего нормально? Ведь на улице 35. Ну, на улице 35. А мы? Вот, знаете, чем выше вот вы находитесь на воду уровнем земли, тем вам холодно. А, то есть мы в горах сейчас? Нет. А где? Мы, наверное, метров 100 над уровнем. Метров 100? Метров 100. Я понял. Ну, метров 100, поэтому нам тут, наверное, градусов. Так, теперь 25. Другой вопрос. Да. Ответьте нам откровенно. Как вам нравится Зеленский, который по имени Вас называется? Вас. Вас. Ну как тебе нравится Зеленский? Что ты привязался? Мне нравится. Он тебе не нравится или не нравится? Кто больше тебе нравится, Путин или Зеленский? Зеленский? Не знаю. А кто такой Зеленский? Зеленский. Пардон, мадам. Так кто тебе больше нравится из президентов, Зеленский или Путин? Это очень сложно сравнить, потому что... Почему? Потому что Путин правит или... Кем он правит? Правит Росси... ну, посту главы Российской Федерации уже, наверное, больше 15 лет. Полвека. А Зеленский? Еще, наверное, меньше месяца. Меньше месяца. Ну, хорошо. Ну, вот так вот на лицо. Кто тебе больше нравится, Зеленский или Путин? Это тоже очень сложно сравнить, потому что... Потому что что? Потому что... Ну? Потому что Путину 68, да? А Зеленскому 41. Хорошо. Ну, кто смешнее, Зеленский или Путин? Это тоже очень сложно сравнить, потому что Путин, он не юморист, а Зеленский, он юморист. Значит, ты за юмористов, да? Как? Почему? Потому. Ты же сказала, что... Я спрашиваю, кто смешнее. Ты сказала, что Зеленский смешнее. Ну, просто это то же самое, если бы вы спросили, что... Сейчас, возьмите, пример привезу. Пример давай. Ну? Кто это? Кто лучше катается на машине? У кого есть права или у кого нет? А кто лучше? Ты слышишь, а? Ну. А есть люди в Москве, у которых покупают права. Как они могут кататься на машине? Они купили права. Они правил не знают. Ну вот, я про это и говорю. Просто... Да, вы... Почему нет? Как это нет? Что тебе будет доказать?